Золото, день в аду, убейте всех врагов, Данте погибает после одного удара! Что? Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить стильный Devil May Cry. На этот раз на очереди у нас стоит 17-я миссия под названием «Горнило душ». Что же, начнем. В последней серии мы попали-таки в башню Мудуса через какой-то огромный глаз, и теперь находимся в самой его глубине. Mundus's chamber is located at the top of the core. There, you will reunite with Virgil. Be careful. The souls of the damned are channeled through here. Don't get caught up in the stream, whatever happens. Так, понятно. Good luck, Данте. You're on your own from here. Назад отойду. Понятно. Короче, подпрыгиваем мы вот так вот. Перепрыгиваем на соседние платформочки. И ждем, да, вот этой атаки. Кстати, я же могу пойти туда. Опа. Чуть было не упал. Хорошо, хоть эти платформы не рушатся. О, а здесь у нас личинка? Да нет, что-то должно быть получше. Или, как всегда, у нас два пути предоставляется. И так, и сяк. Так, что-то никто нам не встречается даже. О, здесь душа. Ха-ха-ха. Так я и знал, что что-то будет спрятано. По-любому. Без этого никак не обойдется. Вот это, блин, адское пламя, так адское пламя. Так, я подожду, чтобы не напасть нам на этот огонь. Не хочу я раньше времени лишиться Данте. Ну вот мы и поехали. Так. Стоп, 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 тихонечко. Опа. Ну, конечно, это не на полную я зарядил, но все-таки промазал. Промазал, промазал. Ты гад. Пустил свою хрень. Yes. Как бы он свою эту хрень не спустил меня. Силы. О, поверху. Блин, эти еще понизу запускают. Я совсем забыл про это. Воу! Вот это я уклонился вовремя. Блин, ну жестокие какие-то стали ребятки. Ух ты, а интересно, они стакаются, если я древние запущу? Давай, 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 больше стиля, Данте. Воу! Вот это неплохо, жалко, что только это разрубилось. Промазал. Опять промазал. Блин! Что злой-то такой? Вова! Фух! Ах ты сволочь! Блин! Как ты меня достала? Давай, кидай! На тебе! Воу! Ха-ха! Вот так вот! Ну чё, урод? Постреляем? Бум! Блин, а ему больше. Это, конечно, уже... О, а у него пилы, типа, закончились. Он их выкинул. И... ему надо ждать... Эх, ты мразь. Ах ты мразь, 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 мразь. Давай, сволочь. Опа! Фу! Так, зеленую надо взять. Немножечко, немножечко здоровья нам не повредит.
по-любому здесь что-нибудь сныкано, нет? Или туда еще идти, или туда. Столько путей всяких разных, слушайте. О, еще одна зеленая. Ну-ка. Отлично. Прямо мы подзаправились. Неплохо. И душеньку еще забрали. 30 из 40. А, мы уже взяли вроде ачив на половину освобожденных душ. Или это как раз он и есть? Так. Может, конечно, назад немножко вернуться, посмотреть, что там было. Но что-то мне в облом. Поехали дальше лучше. Дальше, 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 дальше. Так, ждем. Поток мне попасть нельзя. А то попадешь в поток, и все, унесет нас. Хрен знает куда. В ад, наверное. Или еще куда-нибудь. Так. Еще одну фигню. А, мы просто откинули. Ну, понятно, понятно. Опа! Ну что, новые мобы сейчас пойдут, да? Новые, новые. Да по-любому сейчас кто-нибудь вылезет. Давайте. Вон вы где. А я вас заждался. Давай, давай. Опа! Бух! Да падай уже, что ты машешь? Давай, давай, давай! Руби эту сволочь! Как он меня достал. А, все. Все! Слабак! Слабачки даже не поранили меня. О, личиночки. Личиночки. Ой, ой-ой! Я поранился? Вроде поранился или нет? Не успел вроде. Фух. Фух. Так, подождем. Да, конечно, я не самый быстрый проходчик игр, но стараюсь как бы аккуратненько так проходить. Фух, ё-моё. Вы видели, я чуть не упал. Вот жесть. Глупый Данте, всегда ты так делаешь. Давай, цепляйся, чё ты. Стреляй, цепляйся. Ёпа, давай, вот так. О, она еще и паучков прорубила. Неплохо. Так, а мне не сюда, что ли? Это секретное место какое-то, здесь ключик лежит. Очень напоминает Властелин колец. Ключ из слоновой кости. Данте, открыть двери слоновой кости. Это типа вообще какой-то офигенный ключ. Фродо, бросай кольцо. Нет, я не могу. Моя прелесть. Ничего не вспоминайте. Так, 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 так. Куда тут лететь-то, ёлки-палки? Ёлки-палки, а тут что внизу? Синяя какая-то фигня. Нет, туда я не пойду. Это опасно все, это опасно. Назад, что ли, лететь? Фу, здесь хоть и не упал, блин. О, там дверь какая-то. Золотая, что ли, дверь? О, ха, он даже наверх залез, ничего себе. Так, ну наверх-то нам и не надо было. А туда мы никуда не пройдем, да? А туда мы вниз просто вернемся назад. А, вот, вот куда надо, это елки-палки. Все, все, понял я, понял. Давай. Воу! Фу! Да, нормально, нормально долетели. Так, здесь у нас статуя. У нас два улучшения. Просто супер электрошокер. Такой отстой, блин. Даже у меня друг на геймпаде играл, говорит, говно это все. Все это говно. Не работает он нифига, нормально. Так, какие у нас здесь есть возможности всякие. Ну, у нас все уже выучено. Практически все выучено. Типа этот удар расплаты, даже не знаю, что брать. Конечно, у нас игра уже подходит к концу. Совершенно подходит к концу. Рулетка, рулетка в воздухе, там чего-то. С паузы. Не люблю я эти все атаки с паузы, уже 100 раз об этом говорил. И повторюсь еще раз. Еще раз повторюсь. С арбитром я вообще не хочу
связываться, потому что у нас есть Эрикс. Эрикс просто шикарен, конечно. Но я уже все выучил для Эрикса. Ну, давайте 2 единицы вот эти возьмем. Блин, больше просто не знаю, что еще выучить. Золотую сферу. Да, купим 3-ю золотую сферу. Все, и погнали. Прибережем немножечко средств для будущих поколений. Так, куда идти-то, елки-палки? Куда нам опять идти-то? А, вот туда, понятно. Туда, туда. О, да тут у нас уже ждут. Куда это ты собрался? Атаковать меня, что ли? Иди сюда. Ух, что-то ты быстрый. Я даже комбо не поупражнял на тебе. У, душа. Душа, это хорошо. Готово. Личиночки, личиночки. Мои любимые личиночки. Да что ж такое? Вот так. Так, идем дальше. Да, сейчас. Так. Кстати, стоп. Стоп, а это что у нас такое? А, дверка. Дверка, давайте к дверке пойдем. Опа! Интересно, а вот здесь золотой ключик? Золотой ключик от Буратино есть у нас? От черепахи Тортилы вроде был. Да, ну что, посмотрим. Приветствуем, Хаос. Открыты двери 5 из 21, да? Ну ладно, посмотрим, что внутри. Я чувствую, там опять будет какой-то жескан. Золото, день в аду, убейте всех врагов. Данте погибает после одного удара. Что? Что? После одного? Не крышка. Вот если бы они умирали после одного удара, вот это я понимаю. Но... Ох, ё. Вот это жесть, слушайте. Это жесть. Это полная жесть. Ох. 7 убийств нужно сделать всего лишь, кстати говоря. Давайте этого. Ой, меня достали, да? Ладно. То есть мне вот просто всех убить и все, да? Ай, валим. Нет! О-ха-ха, он меня ударил. А, жесть, давайте заново. Сейчас. Всех убьем. Тихо. Не ударил. Да ё-моё. Ох, жесть. Да ладно, еще разочек. Еще разочек попробуем. Хорошо. Тихонечко. Давайте. Блин, ну... Давайте. Нет! Он меня убьет сейчас. Блин, у них, слушайте, у них столько хп. Столько хп, просто жесть. О, хорошо, я этого поймал. Хорошо, поймал немножечко этого. Ой, жесть, бежит на меня, бежит. Подловить, во. Одного убил уже. О, бежим. Пока он отвлекся. Рубить. Пауза убийства. Фу, не запилил он свою пилу. Не запилил. Сейчас убьем. Нет! Ох, сволочь. Ну, еще разочек. Так. Фу, еще разок. Блин, вот этот просто... Пила, конечно, доставляет проблем.
Только не бей меня! Не бейте меня! Не бейте меня, сволочи! Как же вы достали-то, а? Ох, жесть! Улетел! Давай! Рубить, рубить, рубить! Ох, черт, да ему пофигу! Он в этой штуке стоит, но не умирает. Опять свалим, свалим. Фух. Так, этого надо занять чем-нибудь пока что. Да, тяжеловато, конечно. Фига, они еще и отражают эти удары. Нет, нет. Фух, живы, живы. Еще одного прибили. А, мы походу пилу прибили наконец. Ну все, теперь этих будем так лупить. Давай, 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 давай. Фух. Только бы этот сзади никакой говнюк не подошел. Давай, фух. Хе-хе-хе. Одолели. Чего? Еще один этот? Знаете, что самое поганое? Мне эти-то не нужны. У меня три маленьких лежат, их нужно собрать. Мне одного не хватает всего лишь, чтобы собрать еще один крест жизни. Отстой, ну ладно. Так, все, время сваливать. Да ё-моё! Только что же огонь прошел. Какого хрена меня подпалило? Это что я сейчас сделал? Жесть. Так, а как я это сделал-то, я не понимаю. А, вот так, зажать просто кнопку, а потом... Ух! Понятно. Понятно. Так, подождем. Подождем, подождем, подождем. Подождем твою маму. Подождем твою мать. Так, это грубо, это грубо. Сейчас, сейчас перелезем и дальше, 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 дальше. Бум! Yes! А там чего у нас? Тоже бум? Там у нас тоже бум. Тоже бум еще один. Бум! Бум, Данте! Вот так, наконец-то. Фух. О, паучки. Дайте-ка мне немножечко красненьких сверок. Опа! Так. Туда надо аквилу запустить. Ага. А там я статую, похоже, вижу. Или что это? Зеленое что-то. Так, я здесь смогу переждать? Да, смогу, это хорошо. Хопа. Фу. Ну и... Так, давай, зацепляй. Фу, шикарно. И я чувствую, сейчас будет тотальный замес. Разрубит меня на части. Просто в хламиду монаду просто. Да ты мразь! В самом начале, а? Я еще пипнуть не успел. Блин, я забыл, что она взрывается. На тебе! Давай же, ну, Данте! Давай, руби ее. Сам только не упади. Иди сюда, иди сюда. Давай, запускай свое говно. Запускай, я сейчас его отражу. Yes. На-на-на-на-на-на-на-на-на. О, чертов урод. Фух. Откуда она взялась? Я же убил ее. Я не понял. Ох, так. Да отвали от меня, дура. Зеленая личиночка. Стоп, ее две, что ли? Я не понимаю. Так, одну убили. Все? Фух! Да, не то, не то, не то. Прыгай! Фух, елки-палки. Ну давай, давай, мразь. На! На! Ха-ха, промазал, че, злой? Злой стал, да? Злой? На, вот так вот тебе.
Блин, еще один. Я не зака... О, черт! Вместе с этим, с ниндзей. Отстань от меня! Блин, жесть какая-то. Слушайте, ну с ниндзей-то я не заказывал. О, боже мой! Вот это жесть. Просто жопа какая-то, слушайте. О, нет. Промазал. Жердяй, да отстань от меня. Опа! Замедление, уклонение. Бум-бум. А чертов урод, как ты меня достал-то? Блин, предметы. Так, малую заюзаю. Просто жесть, слушайте. Просто жесть. Ты мразь, да? Мразь, мразь, достал меня уже бить. Сволочь. На, на, на. Ух. Достал ты. Блин, надо толстого убить, иначе мне не справиться. Толстого убить, иначе мне не справиться. Ну вот. Блин. Опять он бежит у меня. Опять он меня ударил. Тихо, цыц, достали вы меня. Сволочи. На тебе, мразь. Фух. Ну чё, толстожоп? Давай, атакуй меня. Охрененно просто. Да ёлки-палки, а! А ведь получалось, ведь получалось. Ведь получалось у меня это. Опять эта хрень. Фу. Да сдохни. Убить ее, убить, убить, пока она... Да елки-палки, ну слушайте. Давай, давай, давай. И этот еще. Да уйди ты от меня, уйди же ты от меня. Как же вы меня все достали-то. Как же вы меня, сволочи, все достали. Уйди. На, вот вам всем. Где эта мразь? На, 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 на. Достали вы меня. Сволочь, ты еще живой. Я триггер заюзал, а ты живой. На. Хо. Круэл. Фу, так, убили. Хорошо. Все. Кошмар какой-то. И наверх. Ох. Залезли. Ну, Данте, прыгай. О, нет, меня сейчас еще будет сжечь. Мало того, что... Смотрите, видите, меня жгет. ХП, ХП сжигает, но я не телепортируюсь назад. Это так мерзко, так погано. Почему ты не цепляешься, Данте? Объясни мне. Почему ты не хочешь этого делать? Наконец-то. Наконец-то! Ух. Все, сваливаем, да? Ну, наконец-то прошли уровень. Просто жесть. Просто жесть, ребята. Уровень, конечно. Посмотрим на наши результаты. Очки стиля S. Время S. Завершение 86%. S.
И использованные предметы 2 штуки, смертей 0. Фу, финальный счет. С. Ну что же, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидеон. Всем спасибо. До следующей миссии.